Итак, друзья мои, продолжаем делать подвесочку из агата. Эту полосу я закончил, оплел, пропустил ее вот таким образом. Пришла сюда, вышла сюда. Один конец я здесь расплющил на наковальне молоточком. Обработал нацелем края, чтобы не были острые. Проволоку вот здесь я не закончил, а продолжил навивать спиралькой на одну из основ, на одну из проволок. Концы на газовой горелке делал капельки. Это можно отбелить. Этот процесс уже я вам рассказывал в видео. Вот эти три проволоки я тоже начал оплетать. Оплетал я здесь, еще раз подчеркну, что совершенно не обязательно повторять мое. Но я делал вот так. Вот как обычно мы рисуем. Здесь у нас вот три проволоки. Две, 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 две. То есть очень, очень простой. Вот таким образом. Дальше. А дальше будем работать. Продолжаем. Ну вот, собственно, в результате, что мы получили. Сложного, еще раз скажу, ничего нет. Ну, тут еще надо поподжимать некоторые детальки. Хотя, в принципе, довольно жестко. Где-то что-то еще надо, конечно. Вот эти концы. Это у меня, вот она, даже видно, я таким образом завил. Но еще здесь надо подтянуть. Мелочи некоторые надо доделать. Здесь я их специально упер в сам камень. Все-таки все это мы делаем для носки, чтобы она нигде не цеплялась, не царапалась. Никаких проволочек не торчало и ничего не отламывалось и не отпадало. Вот таким образом мы собрали подвеску из агата. Осталось ее состарить. И потом немножко полирнуть. Делаю, покажу.